Ох, будет такие шот. Будет такие шот видео сегодня. Шот, в общем, чаепитие. Уже третий раз я это поднимать не буду. Потому что, ну что я буду там делать? 28 минут видео сейчас заснимала, но не заснялось. В общем, каковы причины? Ну, в общем, наверное, у меня огромное количество, конечно, видео на моем ноутбуке. Вот. Так что, такие вот дела. Ах, что-то опять все повторять. В общем, это все там с миндальными пирожными, печеньем. В общем, козинак, банан, в общем, вот такое чаепитие. Как в Париже, со мной, с Татьяной Салмановной, Мактум Сайфудин. Так что вот, даже не знаю, заснимется, надо такие шоты, какие-то шот-видео заснимать. Ах, сегодня и так уже устала, сегодня с утра до вечера. Я только недавно освободилась, сегодня с утра до вечера была занята, потом думаю, засниму немножко видео, это загружу, потому что у меня это к интернету подключилось. Может быть, я вам завтра перескажу, потому что сегодня ночью это я буду пересказывать. То, что я сейчас полчаса говорила, такая старалась, говорила. Вот это вот. Повторять, конечно, я не буду. А настроение есть, знаете, вот это вот. Наблюдать White Nights, наслаждаться белыми ночами в Петербурге. Это, понимаете, вот это с эмоцией, со страстью, вот это так я такая про цветы, про этот этикет, там вот это, то, Светлана Ермакова, вот так вот, и вообще про арт-вечеринку, про уикенд. Это что? И оно не заснялось. Так что, sorry, guys. Sorry. Сегодня и так уже, знаете, вот это вот устала. Ну, пересказываю, я выйду, ну, это, как говорится, смешно даже. Пересказываю то же самое опять, как говорю, другими словами. А потом так в таком настрое у меня уже нет вам пересказывать. Так что вот. Заснимется ли это видео? Сейчас я вам нажму, то так.